«Цирк за здоровый образ жизни». Акцию под таким девизом организовали в пятницу ивановские наркополицейские. Дети-сироты, трудные подростки и ребята из неблагополучных семей смогли посетить одно из самых красочных представлений. Дирекция цирка в лице Шатирова Александра Игоревича обратился ко мне, как руководитель наркополиции Ивановской области, с просьбой осуществить какие-либо акции, направленные на здоровый образ жизни. Ну, естественно, предложил свои услуги, свои условия. Самое главное, уникальность в чем? Я считаю, что это очень замечательно, надо равняться на директора цирка. Безвозмездно, бесплатно дети сегодня посетят отличные представления. Взволнованные маленькие зрители быстро заполнили сектора. Всего приглашение посетить цирковое шоу получили более 1500 ребят со всей области. Надеемся, что наше представление доставит вам радость и удовольствие. Думаю, что вы по заслугам оцените те номера, которые будут здесь работать, и примите, если вам будут номера нравиться, будете бурно хлопать, чтобы артисты понимали, что их выступление вам нравится. Договорились? Молодцы! И вот шоу началось. Шоу, полное опасных трюков и адреналина. На детских лицах улыбка и удивление сменяли друг друга. Главная тема акции – отказ от вредных привычек – лейтмотивом проходила через все представление. Волкодав! А почему такой маленький волкодав? Маленький? А? Курил в детстве! По мнению организаторов, цирк – это то, что ассоциируется с детством, счастливым и беззаботным. И, возможно, такие акции станут традиционными. Наталья Романова, Сергей Коликов, РТВ Иваново.